привет! Вы на канале Натали Мастерс, и сегодня я предлагаю вам связать необычный с узором листьями из свеженькой новинки меланжа невесомого воздушного. Это теплая шерсть Spotlight on Color. Три оттенка пока только в этой линейке. Ровница идеально для, конечно, осенних и зимних аксессуаров крючком. Ровница всегда идеальная пряжа и спицами. Абсолютно не колючая, нежная, изысканная, яркие оттенки. Посмотрите, как здорово переливаются, в моем случае на молочно-белой основе. Мой берет теплый, у него широкая планка, которую я связала лицевой гладью. Из-за того, что планка широкая, двойная, он теплый, здорово сидит по голове. Просто подшиваем лицевую гладь. И вот такая красота у нас получается. И у лица есть объем небольшой, не маленький, в сочетании с листьями. Три листочка красиво закругляются. И далее мы просто уже закрываем петли и вяжем макушку. Я предлагаю вам обязательно связать такую модель. У меня будет набор по вязанию этого берета, который будет включать в себя схему, подробное описание, конечно же, мой пришивной лейбл Натали Мастерс, сиреневый фирменный, и клубочек этой чудесной нежной пряжи. Скорее всего, либо палантин, либо шарф обязательно будет связан тем же узором, что и берет, потому что берет просто просит шарф в комплект или палантин. Давайте приступать к мастер-классу. Готовы его бесконечно касаться его, потому что он такой мягкий, а цвета жизнерадостные в то же время, и яркие, и приглушенные. Вот так бывает. Они нежные. Вот самое яркое слово – это нежность. Продолжается в Москве бабье лето, между прочим. Так что я желаю вам замечательного настроения, дорогие мои. Вяжите вместе со мной. Ссылка на пряжу Spotlight, на акции, которые сейчас проходят у нас в магазине, на новый осенний секретный бокс. Все вы найдете в описании под видео. И закреплю те же самые ссылки в первом комментарии. А мы начнем с вами длинный мастер-класс. Для этого роскошного берета нам потребуется набрать 100 петель. И когда начнется основной узор, мы прибавки сделаем до 150. Лицевую гладь мы провяжем в количестве 100 петель и до 150 будем прибавлять. Лицевую гладь вяжем на спицах номер 3, основную часть узора 3,5, и переходим на чулочные спицы, когда закрываем макушку и заканчиваем уже вязать прибавки в листочках. Смотрите, как здорово. Объем, но все безупречно. И заканчиваем опять на спицах, уже чулочных. Я люблю заканчивать макушку номер 3. Набираем 100 петель, 101 петлю и замыкаем в круг вязания. Далее вяжем просто лицевой гладью 28 рядов. В следующем ряду делаем прибавки. Итак, мы по кругу провязываем лицевой гладью 28 рядов. Маркер. В 29 ряду начинаем делать прибавки. 2 петельки лицевые, прибавка из протяжки. 2 лицевые, также лицевая, прибавка из протяжки. И так до конца ряда. Мы получили 150 петель таким образом, и далее начинаем вязать основной узор 10 раз по 15 раппорт узора. Провязываем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 лицевых, 10, 11, 12, 13 и 2 изнаночные. Так повторяем до конца ряда. 10, 13 лицевых, 2 изнаночные. 13 лицевых, 2 изнаночные. Второй ряд.
точно так же вяжем 12 лицевых, 2 изнаночные, третий ряд круговой, начинаем с 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее 2 вместе провязываем с наклоном вправо, вот так, накид, лицевая, 2 изнаночные. И повторяем снова 10 лицевых. 1, 2, 3. Четвертый ряд. После маркера мы провязываем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прям как воздух в пряже. Так, теперь 2 вместе с наклоном вправо. Две лицевые. 1, 2. Накид, 2 изнаночные. Так, повторяем. 9 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, 2 изнаночные. Пятый ряд. Провязываем 8 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. И изнаночная из протяжки. Таким образом набрасываем ниточку и провязываем за переднюю стенку. Повторяем. Таков пятый ряд. В шестом ряду мы провязываем 7 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо у нас продолжает выстраиваться веточка. Далее 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид. Лицевая. 3 изнаночные. И повторяем раппорт до конца. Седьмой ряд. 6 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 3 изнаночные. Повторяем этот раппорт. Снова 6 лицевых и так далее. Восьмой ряд. Здесь у нас уже 5 лицевых петель. Далее 2 вместе с наклоном вправо. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. Повторяем раппорт. Девятый ряд. 4 лицевые. 2 вместе с наклоном вправо. 3 лицевые. Накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, далее 3 изнаночные,
И еще одна прибавка, еще одна изнаночная из протяжки в каждом рапорте. То есть всего у нас получается 4 изнаночные. Повторяем. 10 ряд. Провязываем 3 лицевые. Последний раз 2 вместе с наклоном вправо. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид 3 лицевые. И здесь у нас 4 изнаночные уже. 1, 2, 3, 4. Повторяем этот раппорт. 11 и 12 ряды мы провязываем просто. Раппорт это 13 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 4 изнаночные. Так мы вяжем 2 ряда. Провязали 2 ряда простых, 13 ряд. Начинаем вязать листочек в другую сторону. Лицевая после маркера кругового. Накид. Теперь провязываем 2 вместе с наклоном влево. 10 лицевых. И 4 изнаночные. Повторяем. Лицевая. Накид. И здесь уже 2 вместе с наклоном влево. 10 лицевых, 4 изнаночные и так далее. Так, закончили 4 изнаночными. 14 ряд это накид. 2 лицевые. Далее. 2 вместе с наклоном влево. До изнаночных вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Повторяем. Так, 15 ряд. После маркера у нас накид был. В предыдущем ряду, поэтому начинаем с 2 лицевых, накид и лицевую провязываем лицевыми, накид, 1 лицевая, потом 2 вместе с наклоном влево, провязываем лицевые, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, провязываем изнаночные. 1, 2. А теперь делаем сокращение. Нам нужно провязать убавку. Провязываем 2 изнаночные. Так, перевешиваю 2 вместе и изнаночные. Повторяем 2 лицевые. Накид лицевая. 2 вместе с наклоном влево. Лицевые, 2 изнаночные и убавка. Получаем по 3 изнаночные в каждом рапорте в 15 ряду. Закончили убавкой. 16 ряд. Провязываем лицевую. Далее накид. 3 лицевые. После этого 2 вместе с наклоном влево. И лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 изнаночные. Повторяем рапорт. 17 ряд. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевые. Далее 2 вместе с наклоном влево. И лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные. Повторяем раппорт. 18 ряд. Это 2 лицевые. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3.
3, 4, 2 вместе с наклоном влево, далее лицевые, 1, 2, 3, 4, 5, 3 изнаночные. Повторяем. 19 ряд начинается с 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, накид, 3 лицевые. Далее 2 вместе с наклоном влево. Пять лицевых. Раз, два, три, четыре. Да, 4, а не 5. Далее изнаночная. И делаем убавку в этом ряду. Разворачиваем петельки и провязываем вместе. У нас остается 2 изнаночные. Повторяем 4 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые, изнаночная и убавка. 2 вместе, развернули, провязали изнаночные. Таков 19-й. 20-й рядочек. Начинаем с 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид. Изнаночные. Ой, лицевые. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном влево. Лицевые. 1, 2, 3. И 2 изнаночные. Повторяем раппорт. Так, 21 и 22 ряды очень простые. Мы провязываем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 2 изнаночные. Повторяем. Итак, вяжем 21, 22. 23 ряд. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых. 2 вместе с наклоном. На этот раз вправо. Накид, лицевая и 2 изнаночные. В этом ряду мы провязываем вместе, убавляем. Остается у нас в раппорте узор 1 изнаночная. Повторяем. 24 ряд. Провязываем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и изнаночная 1. Повторяем. 25 ряд. Вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Далее 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. И повторяем. 26 ряд. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. Далее 2 вместе с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, изнаночная. 27 ряд, это 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 вместе с наклоном вправо,
провязываем лицевой, далее 2 лицевые, накид, 2 лицевые, а далее мы делаем убавку. Мы убавляем единственную изнаночную из раппорта, провязывая вот так, перевешиваем лицевую, вместе лицевой с наклоном влево, изнаночную, лицевую. Повторяем 28 ряд, это 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 вместе с наклоном вправо. Три лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевые. Повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном вправо. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 лицевые. Так до конца 9 ряд. Начинается у нас с лицевых. 1, 2, 3, 4. Далее 2 вместе с наклоном вправо. 3 лицевые. Накид. 4 лицевые. Повторяем. 10 ряд. Начинаем с убавки. 2 вместе с наклоном влево провязываем. Далее 2 лицевые. 2 вместе с наклоном вправо. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 3 лицевые. Повторяем. 32 ряд. Очень простой. Начинаем делать убавление. Провязываем сначала 2 вместе с наклоном влево, потом 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И повторяем раппорт. 2 вместе с наклоном влево. 11 лицевых. 33 ряд мы весь провязываем лицевыми. А с 34 переходим на чулочные спицы. Можно на пол размера меньше. 34 ряд начинаем с убавки. Провязываем 2 вместе с наклоном влево. И далее провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых. Итак, 35 ряд. Это ряд состоит из всех лицевых. А далее, вот начиная от маркера, мы вяжем каждый ряд одинаково. Начинаем с убавки. И в 36 ряду мы вяжем убавку, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Далее убавку. Опять 9 петель. И в каждом ряду убавка вам будет видна, будет сокращаться это количество лицевых. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И наконец закончим тем, что все петельки провяжем одними убавками по 2 вместе в 45 ряду. Вот и все. Так мы провязываем. Остается, соответственно, 10 петель, когда последний раз наклоном влево, каждые 2 петли провязаны. Эти 10 петель мы стягиваем и заправляем нить на изнанке. Теперь, когда наш берет готов, прекрасный,
нам остается лишь подвернуть в два раза часть лицевой глади и сделать теплый, эластичный, замечательную планочку. Подворачиваем, подшиваем. Вот и закончен наш мастер-класс. Я надеюсь, вам понравилось. Также вы сможете приобрести отдельно схему и описание на два размера, больше и меньше, 55, 58, 58, 60. Так что за схемой тоже добро пожаловать в магазин. Еще хочу попросить вас обязательно ознакомиться с плейлистом «Шапки и береты». Очень много моих авторских беретов и шапочек вы встретите там. И прочие базовые. Большой плейлист. Проходите обязательно. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. А я вас целую, обнимаю, жду в магазине. Так как сегодня еще осенний бокс у нас вышел с пряжей со скидкой 16%. Все самое-самое лучшее в осеннем боксе. Жду вас на сайте natalimasters.ru. Адрес нашего магазина отправляем мы по всему миру, и выбор просто огромный. Пока-пока, скоро увидимся!